Так, у нас сегодня на поздний ужин креветки. Осталось только их. Они практически разморожены. Сейчас мы их быстренько почистим и пожарим. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом, как готовит мой зять креветки, московский зять креветки. Хотела пожарить по своему рецепту. Он сказал, что его рецепт намного вкуснее. Будем делиться. Так, на 2 килограмма креветок готовим соус. Сейчас спущу камеру. 2 ложки меда. 2 столовые ложки меда. 1 ложка соевого соуса. 1 чайная ложка лимона. 1/2 чайной ложки кетчупа. 2 зубчика чеснока. Честно скажу, я так еще никогда не готовила. Но он тоже вкусно у нас готовит. Решила попробовать по его рецепту. Так, хорошенько вымешиваем. Заправляем соусом наши креветки. Хорошенько вымешиваем. И оставляем на 20 минут. Включаем огонь. Капельку оливкового масла. Побольше сливочного масла. Креветки добавляем без сока. Сок потом добавим. Будем наши креветки карамелизировать. Жарим на большом огне по 2 минуты с каждой стороны. Так, креветки перевернули. И теперь соусом, который у нас остался, мы заливаем. Еще буквально минутку и снимаем. Все, креветки готовы. Снимаем. И сразу, конечно, пробуем. Вкусно? Не так, как у меня, но вкусно. Очень даже рекомендую. Возьму этот рецепт себе в копилку. А вы пишите в комментариях, понравился вам этот рецепт больше, чем готовила я у себя на канале. Делимся впечатлениями. А с вами я прощаюсь до завтра. Спасибо большое за подписки, за лайки. Отдельное спасибо за комменты. Увидимся завтра.